столице Верхневолжья ремонтные работы ведутся на проспекте Калинина в Твери. Сейчас на объекте идет капитальная замена асфальта и ремонт тротуаров. На объекте находится около десятка единиц специализированной техники. Практически на всем проспекте уже срезано старое асфальтовое покрытие. В ближайшее время начнется укладка нового. На пешеходных зонах также демонтировано старое покрытие. Сейчас ведутся работы по укладке новой брусчатки.